Вот такая вот есть спасительная кора крушины. Так вот она выглядит. Но она уже выпита, просто не показать. Но она вообще такая классная, мягкого действия. Сено, если жесткого действия, если большие завалы, то стоит сено их вычищать. Если хочется помягче, то вот отличный эффект с нее. В общем, с утра выпиваешь где-то через 12 часов. Срабатывает. С вечера просто ложку столовую коры измельченной завариваем стаканом. Ну как, кипяток, в общем, наливаем. Стакан кипятка, ложка крушины. Крышечкой накрываем. С утра готово. Выпиваем. Такой приятный на вкус. Ну, нормальный вкус у нее. Специфический, конечно, не каждому, может быть, понравится. Но такой довольно-таки нормальный вкус, приемлемый. Вот. Ну, мягкого действия. В этот день не надо обжираться всякими там мукой, мясом. Лучше помогать себе какими-нибудь там сорбентами. Ну, типа отрубной киселек. Употреблять там кисель какой-нибудь льняной. Ну, лен, в общем, там побольше водички пить. И вот она хорошо действует, прям очищает и радует. Ну, все она улучшает и самочувствие, и иммунитет. Если чистый кишечник, то сильный иммунитет. И настроение тоже зависит. Если чистота внутри, то чистота и снаружи, красота. Кожа улучшается, все улучшается. Если заняться нормально, можно каждый день ее пить. Просто вот пьешь с утреца. Ну, не каждому можно, но мне можно. Ну, в общем, когда нужно, то она спасительная прям. Безобидная, такая хорошая кора.